Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нандана Банде Радхика Чаранодаям Гопияно Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваса Кипасинда Бхавача Патитананг Павуне Бхавайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирам Яткипатамаханг Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кесавасача Снавакти Пади Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттам Девинг Сварасватинг Весам Тату Джайо Мудир Шанкитане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрашо Пракасанеча Хадануракта Гуру Бхакти Йогто Бхакти Прамадакша Джагод Варуньо Дхейям Садха Парибхавагнам Авишчадухам Титхаспадам Сива Виранчанутам Сараньям Виттатихам Панатопал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуржита Кмапикапаваду Свадарса Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхика Майкадахипан Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука вадату, Санкетанай капитару камала ятакшу, Вишам бару дижа бару джугадхарма палу, Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаям Сура Сурайр Бандито Диббарупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджаби Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Ясача Бхакшаси Ясастиде Самби Вам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Kriya Saktan Dhig, Dhig, Bikata Tapaso, Dhig Chajamin, Dhigastu Brahma Aham Badana Parifullana Jaro Matina Kimitana Sachama Visera Samatyana Naropasuna Na Kesanchit Lesopi Ahoha Milito Gauramadhuna Kriya Saktana Dhig Dhig Bikata Tapaso Dhig Chajamin Dhigastu Brahma Aham Badana Parifullana Jaro Matina Kim etano sachamo visero samatyana naropasuno na kesanchit lesopi ahoho milito gauramadhuna. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Шила Сачитананда Бхактинанда Такур, он говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру, он сказал, что Шила Сачитананда Бхактинанда Такур, он говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени. Мы можем вспомнить, я говорил уже об этой теме от имени Вишвайшнава Раджа Сабхи, и я хочу сказать еще об уникальной ачарьятве Шилы Прабхупады. На самом деле, я уже сказал, что Намахата — это главное крыло Вишвайшнава Раджа Сабхи, и в то же самое время Намахата — это, как и она есть, главное крыло Вишвайшнава Раджа Сабхи. И сегодня я хочу сказать что-то новое, что Гундича Марджан — это тоже, это лила, она тоже относится к очищению Намахаты, она практически тождественна ей. На самом деле, из того, что написал Шрила Прабхутананда Сарасвати Пад, мы можем найти много прекрасных сиддханты в его стихах. Весь мир, он лишен какого-либо должного сознания, а сознание, согласно биологическим терминам, у нас есть жизнь, мы сознательны, это биологическое определение, но я не буду пользоваться таким дешевым определением. Сознание значит, что я говорю, что согласно уровню раскрытия или развития вашего сознания, вы можете говорить о себе как о человеке, но и вот согласно уровню вашего сознания, мы должны выражать почтение вот каким-то определенным людям, но не все этого понимают, это значение. И вот согласно степени осознанности, мы получаем то или иное уважение в духовном мире. А если что-то сознание дремлет, как вот Шрила Бхактивинода Такур говорил в Джайва-дхарме, что есть сукта четан викачита четон, пурна викачита четон, и иногда, и то есть сознание проявленное, полупроявленное или непроявленное, или полностью проявленное, и вот согласно уровню сознания мы можем придавать значение тем или иным вещам, поскольку они получают уважение в этом и в том духовном мире. То есть чем больше сознания, тем больше почета и уважения. И поэтому Прабхутананда Сарасвати Пад хотел сказать, и вот что весь источник, изначальный источник всего сознания, бесчисленного сознания,
Читанмой Дхам, Читанмой Васту, все источник всего этого Шри Кришна Читания Махапрабху, и поэтому Прабхудананда Сарасвати Пад хотел сказать так. Если они не заинтересованы обрести связь с Пурна Читанвасту, то тогда в этом большая проблема. И они могут, такие люди, действовать как бесноватый человек. Обычные люди, если он человек занимается своими обычными делами, это одно, а если какой-то бес, привидение вселяется в него, то это очень другое, и это очень опасно. И такие бесноватые люди делают необычные вещи. И поэтому вот он говорит, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он есть источник всего сознания. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он хотел представить это в очень простом свете. И вот он говорит, подобно тому, как если какой-то бес привидения заселяется в нас, то а как это привидение может вселиться в какого-то человека? Сначала оно смотрит, сколько сознания в нашем сердце, и если это привидение посчитает, что мы слишком осознанны, то он не сможет войти в наше тело. А если осознанности мало, то тогда сможет. Будьте осторожны. И вот таким образом это привидение может захватить нас. И если это привидение находит, что у нас низкое сознание или нет его, то очень просто захватит. Но вы никогда не узнаете, что какой-то саду был захвачен каким-то привидением. Это невозможно, поскольку те, кто совершают харинам, совершают киртаны, принимают тамавини в океане харикатхи, они осознаны, и привидение не может захватить их. Даже люди, занимающиеся различными тантрами и прочими черной магией, они даже Бхактивинода Такура один Бишкишин пытался как-то побеспокоить, но не смог ничего сделать. Его все попытки, они провалились. И вот сознание, если оно покрыто майей, Кришнадас Кавирадж Госвами, он сравнивает эту майю с пишачей, с ведьмой. Обусловленная душа, она ведет себя вот так, и поэтому саду Рупа Госвами Пад поэтому пишет: «О, Прабху, я не хочу общаться с какими-то скверными материалистами». На самом деле, те, у кого есть склонность к, ну, к какой-то, имеется в виду, какой-то корысти с продажей всего, что можно продать. И вот если вайшнав какой-то занимается каким-то бизнесом, каким-то делом, он это делает, чтобы поддержать свою семью и как-то жить. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом понятии о шуклавритти, о том, что мы должны зарабатывать деньги честным способом. И никаких грязных денег, заработанных нечестным путем, не должно быть. А вот такая Махарадж говорит о менталитете торговца, о том, что есть люди, которые только считают свои прибыли и убытки. И Прохлад Махарадж в этом случае говорит: «О Прабху, о Нарисимхадев», что вот он торговец, он никогда не сможет обрести Кришну. И те, у кого есть такая мелочная склонность к постоянному подсчету потери приобретений, такие люди не могут обрести Кришну. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что обусловленные души, чье сознание захвачено майей, и вот из-за влияния этой майи их сознание опускается, и в этом случае он может сделать все, что угодно. Что говорить о преданности? Преданность мы можем с
совершать, если мы избавились от влияния майи, а с майей, с анардхами, харибаджан, он невозможен. А если кто-то говорит, что возможен, это отсебятина какая-то. Ну, конечно, кто-то может пытаться, имея анардхи, совершать харибаджан. Нет, оставлять мы не должны, но все равно мы должны пытаться что-то делать. Мы не должны прекращать совершать баджан. Мы должны иметь надежду с великим энтузиазмом. И великой надеждой мы можем начать совершать баджан с великой верой и надеждой, что сегодня или завтра, по милости чистых гуру вайшнавов, несомненно, я избавлюсь от влияния майи. Не то, что я не смогу никогда избавиться от майи. Нет, если вы будете так разочарованно говорить, то харибаджан никогда не сможете начать. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что если мы всю жизнь заняты борьбой с майей и неуспешны в этом, то когда же мы начнем харибаджан, если всю жизнь посвятим борьбе с майей, которая, победа над которой достаточно простая задача. Много раз я говорил, что если мы сможем служить чистым гуру вайшнавам, то майя, она не сможет захватить нас. Может, у нас есть тысячи слабостей, но это не столь важно. И Гуру Махарадж, он поможет нам, и много случается разных вещей. Однажды один ученик, один брамачари, он пришел к Гурудеву, в одиночку пришел и сказал: «О, Гуру Махарадж, у меня проблемы. Я вот развил какую-то привязанность к одной женщине. Что же делать? Вот такое сильное влечение к ней». Гурудев сказал: «Хорошо, иди занимайся своим баджаном». И после этого Гурудев, он взял ответственность за это, помолился лотосным стопам Бхагавана и очень просто это все прошло. Если вы сами будете молиться, то как вы достигнете Кришны? Если попросить чистых гуру вайшнавов, то их молитва, она достигнет Кришны. И вот такова сиддханта, как в этой шлоке описывается, что мы можем молиться лотосным стопам гуру вайшнавов, и тогда он от нас помолится Господу. И единственное, что мы должны делать, у нас не должно быть никакого двуличия и лицемерия в нашем сердце. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: да, пока майя, она, а когда, если мы находимся под влиянием майи, то мы не поймем ничего. Мы должны избавиться от ее влияния. И первое — это святое общение. Я буду говорить об этом сегодня, о первый день Гундичамарджана Титхи. Что значит Гундичамарджана Титхи? Кто-то думает, что мы можем взять какие-то веники, горшки с водой и пойти очищать храм Гундича. И вот кто-то думает, что это просто очищение храма. Но на самом деле Гундичамарджана имеет гораздо более глубинное значение. Гундичамарджана, она имеет огромное значение. Первое то, что согласно Шри Чайтани Махапрабху, я буду обсуждать Читодар Панамарджана, вот эта шлока. Парам виджайте Шри Кришна Санкиртанам. Мы не говорим парам виджайте Нарайана Санкиртанам. Нет, парам виджайте Шри Кришна Санкиртанам. У нас есть этот слоган. Мы гаудии, мы сарасват гаудия, преданные. У нас есть единственный девиз. Это парам виджайте Шри Кришна Санкиртанам. Почему? Поскольку если мы совершаем Кришна Баджан,
только с помощью Кришны, только с Кришной можно обмениваться различными видами рас. Это возможно обмениваться расами только с Кришной, не с Нарайной, не с Рамой. И вот любые проблемы, которые в нашей жизни случаются, так или иначе, по милости Гуру Вайшнавов, если мы можем обрести связь с Кришной, прямо как-то или косвенно, то наши проблемы все решатся. И если даже мы страдали долгое время, то это решится. Но в начале всего я хочу сказать о том, как избежать асатсанги. Я сказал несколько дней ранее то, что это практически невозможно избежать асатсанги. Мы, обусловленные души, не можем избежать асатсанги, осознанно или неосознанно, прямо или как наш ум не всегда может понять, что асатсанга скрыто пришла в нашу жизнь. Но согласно нашей привязанности лотосным стопам Гуру Вайшнава, мы можем обрести силу. А если у вас нет привязанности к лотосным стопам Гуру Вайшнава, то мы не сможем обрести читбола, духовной силы. Мы должны помнить эти киртаны. Читбол, что значит? Читбол значит буквально сила, могущество. И вот Гуру Вайшнава, они могут дать нам эту духовную силу, силу духа, и мы можем продвигаться дальше. Без этой силы духа мы не сможем продвигаться дальше. И вот есть такая шлока в Упанишадах. Те, кто балахины, слабые, для них невозможно достичь лотосных стоп Кришны. Наям атма балабхинена лабхья. Балахин, те, кто слабы, они не могут достичь лотосных стоп Верховного Господа. Это невозможно. И те скверные люди, материалисты, в этом люди, представители всяких икс и вай миссий, они, мы в этом имеем в виду, неправильно понимают и объясняют эту шлоку из Упанишат. Они говорят противоположно. Они говорят, что здесь написано вот так. И это значит, что мы должны есть всякую невегетарианскую еду, чтобы получить силу, как демоны. Если не есть какие-то животные продукты, то они думают, что они обретут силы, но это всего лишь обман. Они не знают, что слон, например, он самое сильное животное, а он ест бананы и прочие фрукты, овощи. Как это возможно? Они не знают их и объясняют таким скверным, неправильным образом. Может, они под влиянием каких-то других людей находятся, но это глупо. И вот буддисты, они тоже, например, думают, то, что если они сами убивают, то это плохо, если кто-то за них убивает, то пойдет. И поэтому едят такие продукты убийства, но согласно закону кармы это все оскверняется, даже если они сами не убивают свою еду. И Шрила Прабхупад говорил: думаете ли вы, что есть какой-либо другой путь, кроме Гаудия Матха? И поэтому Шрила Прабхупад сказал, и многие возмущаются, недовольны тем, что сказал Шрила Прабхупад. И Шрила Прабхупад сказал: думаете ли вы, что есть какой-то другой путь, кроме Гауди Матха, который позволит вам достичь лотосных стоп Верховного Господа? Все другое, но осквернено. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, то, что сказал, верим мы или не верим, это не столь важно, но мы вынуждены будем поверить в это, поскольку это единственный путь. И если сейчас у нас нет веры, то впоследствии она появится, и согласно этой вере мы получим результат. И вот и вот эта шлока значит, что без духовной силы мы не можем продвигаться дальше.
читбол мы можем получить от гуру вайшнавов, это правильно. Но условия у нас должна быть огромная любовь к лотосным стопам. Гуру вайшнавов — это единственное лекарство. И любые проблемы или болезни, которые приходят в нашу жизнь, они могут быть исцелены. И вот мы обусловленные души, мы не понимаем глубокой философии, она очень научна, то, что обычные люди даже во сне не могут понять этого. Это невозможно для них. Понять Сиддханту Сарасват Гаудия общество, она очень деликатна. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вы имеете в виду под сангой. Поскольку если мы внешне пытаемся соблюдать Гунича Марджану, но не избегаем асатсанги, то никогда не сможем достичь успеха. Если мы совершаем Гундича Марджану и в то же самое время совершаем асатсангу, значит, что мы вроде как очищаем сердце, но опять оскверняем. И, к сожалению, многие следуют такой системе, и поэтому не могут очистить свое сердце совершенным образом. Это единственная причина, и у нас не должно быть никаких посторонних желаний, осквернения нашего сердца. И поэтому много раз из Бхагаватам Махапураны я говорил, джаджета пурушам парам. И так или иначе, если у нас есть какой-то аньябхилаш и какие-то посторонние желания, хорошо, они могут быть, но лицемерие и двуличности не должно быть. Мы не должны прятать эти недостатки, которые у нас есть, мы должны и не должны показывать на показ, что мы великие преданные. Это не позволяется. Какие-то желания посторонние могут быть, но не нужно лицемерить. И вот наша обязанность — это очистить наше свое сердце. И если нет никакого лицемерия, то тогда мы сможем достичь цели. Такова система. И вот Акама Сарва Акамова, вот эта шлока Махарадж повторяет ее. Акама. Значит, нет никаких желаний, если у нас или много разных желаний, и мокшакам, желание освобождения. Но никаких полубогов мы не должны просить помочь, если мы ударадхи, то есть если наше сердце очень чисто. И в этом случае джаджета пурушам парам. Пурушам парам значит пурушоттам Шри Кришна. Пурушоттам джаджето, вот в этой шлоке говорится, это значит, что мы должны совершать баджан. Джаджета пурушам парам, парам пурушу Кришне. И вот хотя постепенно наше сердце, мы так можем очистить наше сердце, и Шри Чайтанья Махапрабху обсуждал с Рай Раманандой, и вот они так все выше и выше продвигались с самого нижнего уровня до более высокого Махапрабху, и в Рай Рамананда Самвати он отвечал на вопросы Рай Рамананды. С Кармарпона начали, потом Гьяна, потом выше. И вот какую бхакти начать, какую бхакти показал Прохлад Махарадж и прочие, они обсуждали и в итоге достигли до уровня Враджадхамы. И там внутри Враджадхамы все Враджаваси в итоге они дошли до Радапремы и пришли к заключению, что Радапрема, она наивысшая. И вот Рай Рамананда сам вот сейчас в процессе перевода находится.
И вот сейчас мы будем обсуждать Гундича Марджан Лилу, но смотрите, мы должны быть осторожны относительно асатсанги, поскольку если мы не будем избегать асатсанги, то это Гундича Марджан Лила будет бесполезна. И что это значит лила? Это в начале всего лила очищения нашего сердца и сердец других также. Различные значения могут прийти с различных точек зрения для нас или для вот, очищения. Гундича значит очищение своего сердца. А когда чистые гуру вайшнавы, которые проповедуют, если они очищают ваше сердце, это тоже Гундича Марджан Лила. Они могут призвать Кришну воссесть в вашем сердце и очистить все вайшнавское общество по всему миру. Это главная обязанность Вишавайшнава. Раджа Сабхита тоже Гундича Марджана. И мы должны думать все время аналитически, что Гундича Марджана не значит, что мы можем взять какой-то веник и воду и идти подметать и мыть. Нет, это олицетворяет собой очищение сердца. И вот мы видели вся наша гурварга Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они все совершали Гундича Марджан Лилу, они объясняли ее преданным до и после, перед началом и в конце. И также они совершали непрерывный киртан, и таким образом они показывали, что есть что, поскольку без этого, без процедуры Гундича Марджан Лилы, не совершив ее, мы не сможем начать настоящий Харибаджан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур аналитически объясняет то, что для обусловленной души это невозможно, невозможно избежать асатсанги. Так или иначе, обусловленные души, прямо или косвенно, они как-то совершают асатсангу, они не могут избежать этой асатсанги. И тогда можно сказать, что можно в уединенное место пойти, там начать баджан, но нет, не так просто. Если вы пойдете в какое-то уединенное место, то там ваш обусловленный ум, мысли и прочее, оно все с вами пойдет. И поэтому, когда вы уходите в уединенное место со своим обусловленным умом, то ум тащит с собой всю эту асатсангу, поскольку ваш ум, он не находится под вашим контролем. Вроде бы в уединенном месте живете, а так много асатсанги там происходит. И вот мы можем найти в Гаудия Бхаджане, что по милости Шри Чайтанья Махапрабху, и вот согласно служению, разные преданные могут совершать уединенный баджан, как Мадхавендра Пурипат, можно найти, что он никогда без бхакти ничего не говорил. И также он, у него была совершенная непривязанность. И все в этом мире. Он был безразличен ко всем вещам этого мира. И, например, если кто-то встречался с ним, может быть, он говорил какие-то материальные вещи, ну, внешне имеется в виду, и поэтому в Чайтанья Чайтамрите говорится, грамма варта бхае, третья сангхи, это
Например, если кто-то встречался с ним, может, он смог сказать какие-то материальные слова, как перед Гуру Кишодом с Бабаджи Махараджем какие-то материалисты приходили, а он хотел избегать их. И однажды даже заперся в туалете, чтобы никто его не беспокоил. И когда какой-то материалист с материальным желанием приходил, то Бабаджи Махарадж тоже пытался обмануть их. Он спрашивал, почем рис сегодня в вашей деревне? А земля почем, а то да сё. И таким образом Бабаджи Махарадж, он хотел обмануть таких людей, поскольку они сами обманщики. Они пришли к... со склонностью обмануть, и вот эта склонность к обману, она очень опасна, и склонность к самообману, она также очень опасна. Я раньше говорил о том, как эти имперсоналисты или майявада, они могут прийти почти везде. И эта склонность к самообману, это тоже один из видов майявады. Это не позволит вам понять, что вы лицемер. Даже вы сами не поймете. Вы можете думать, что с вами все хорошо, что то и то не делаете, но это майявада. То есть не каждый может определить свои проблемы. И таким образом склонность к обману, она очень опасна. Очень-очень опасна, и она не позволит нам продвигаться дальше. Пытайтесь понять эти слова. Кришнадас Кавираж Госвами пишет: и вот почему я говорю, чтобы вы должны изучать бенгали, чтобы получить чувство. Если я буду объяснять все время, это больше времени займет. И вот агьян тамер нам значит, что сознание опустилось практически до нуля. Тамагуна значит темнота вашего сердца. Если мы не хотели очистить свое сердце с помощью Гуру Вайшнавов, поскольку хотели обмануть их, и вот кто-то, если не хочет очистить свое сердце с помощью Харинама Санкиртана и Харикатхи, с помощью Гуру Вайшнавов, это показывает, что вы заняты какой-то игрой, а жизнь проходит. И вот и как вы можете участвовать в Гундича Марджан Лили, если не понимаете таких простых вещей? И вот если ваш ум находится в невежестве, в тамагуне, то в этой тамагуне вы не можете даже определить, что это тамагуна. Даже в этом материальном мире и вот моральные какие-то факторы, что хорошо, что плохо, вот люди, которые в тамагуне, они и этого не понимают. И такое лицемерие может покрыть ваше сердце с четырьмя различными этими направлениями, категориями. Поскольку весь мир, он не может избавиться от этих четырех факторов, а чистая бхакти, оно ушло из-под их влияния, и кто-то думает, что совершает харибаджан, находясь вот под материальным влиянием.
Шуда Бхакти, оно за пределами всяких материальных ограничений, оно трансцендентно, и не так просто понять это. И вот это дхарма, артха, кама и мокша, они четыре главные эти осквернения, и они также подразделяются на более тонкие вещи. Дхарма, например, значит, обычная дхарма, не боговая дхарма, заметьте. Кто-то занимается дхармой, благочестивыми действиями, чтобы впоследствии получить больше и больше наслаждений. И такие люди не пытаются освободить свою душу от всяких этих оков обусловленности. Дхарма, артха, акама, что значит с помощью артхи денег, если мы хотим как-то обезопасить нашу жизнь и наши наслаждения, как-то поддерживать это постоянно физически в уме, так или иначе, наслаждение, оно может прийти в тонкой форме, и даже не каждый может понять. Кто-то вроде говорит, что не наслаждается ничем, но в тонкой форме наслаждается. Его дхарма, артха, кама и мокша. И кама, я хочу сказать очень четко то, что во всей истории человеческой цивилизации это была цель. Дхарма, артха, кама и мокша. Но в Сатья-югу, даже в Сатья-югу, даже демоны и ракшасы, они, у них был какой-то этикет. Я не хвалю тех демонов в то время, но замечаю, что факт такой, то, что те демоны, у них тоже был этикет. Они следовали каким-то нравственным этим правилам и наслаждались так, согласно многим правилам и предписаниям. А сейчас, к сожалению, наслаждение людей, оно опустилось очень сильно. То, что мы можем найти, что в лесу, например, животные не следуют этой процедуре, такие люди современные. И сейчас, к сожалению, это такое состояние цивилизации, и как мы можем ожидать то, что мы будем совершать харибаджан, если не можем исправить себя и понять все эти сокровенные вещи. И вот демоны и ракшасы, они тоже следовали каким-то правилам и предписаниям наслаждений. Но наша процедура, к сожалению, опустилась до такого уровня, что мы стали хуже животных. Даже животные не могут так плохо себя вести. И во всем мире такая плачевная ситуация. То, что все хотят наслаждаться, не хотят никого и ничто слушать, а только хотят наслаждаться и все. И вот дхарма, артха, кама. И вот люди хотят наслаждаться своими деньгами и всем остальным, и хотят это как-то застраховать, чтобы не потерять, но это не жизнь человека. Что значит человеческая жизнь? И поэтому Васиштха Муни был вынужден признать то, что если нет сознания у человека, то какая разница между жизнью человека и животным тогда? If there is, you know, same thing they are following.
если вот люди следуют тому, что следуют животные, и без должного сознания, должного уровня сознания, люди, они не могут людьми называться. Они подобны животным в этом случае. Хуже даже животным. И вот люди беспокоятся о различных вещах, которые у них есть практически всегда, жизнь, лишенная беспокойств, это основа баджана. Санатана спросил, Бхагаван, он никогда не находится ни в каком беспокойстве. И вот когда говорит Махапрабху, это стандарт, если мы совершаем баджан, как в Гите говорится, что мы не можем беспокоить кого-то, и в то же самое время мы не должны чувствовать беспокойство от кого-то, поскольку если есть анибхилаш или двити анибивеш, то тогда и только тогда вопрос страха возникает. Если вы беспокоитесь, то тогда это показатель того, что у вас это беспокойство, значит, двития обвинивеш. И вот любой страх может прийти к вам, когда у вас и вот в Гите говорится, что мы не должны беспокоиться, бояться кого-то или беспокоить кого-то и беспокоиться самим, поскольку зачем вам беспокоиться, если вы знаете, что если мы сможем видеть Гурудева, то как мы можем чувствовать беспокойство? А чтобы избавиться от него, нужно очистить сердце. И вот в Гите говорится, что мы не должны причинять беспокойство других, но и сами беспокоиться не должны. Поскольку мы совершаем Харибаджан, Адвайгентатвана, вездесущее, как Джадабараджи Махарадж, когда это оружие было готово, чтобы отрезать ему голову. Вот это перед Бадракали происходило. И вот они наклонили его голову, это устройство, где их голову отрубают. И вот взяли уже этот нож, этот топор. Но все же Джада Бхарат, он не беспокоился даже в такой ситуации. Он не жаловался Кришне, что плохого он сделал, что сейчас его убить хотят. Нет, он с полным спокойствием, как стоял, так и стоял. Но после этого мы нашли, что Кришна, он вдохновил Бадракали: иди и убей их.
И вот эта Бхадракалина вышла из своего божества и начала рубить головы этим разбойникам. Все преданные, они не беспокоятся ни о чем. Даже вот Бишма, когда он лежал на ложе из стрел, то есть его было настолько много стрел в его теле, что он мог лежать на них. И Юсишхира Махарадж, он тоже всегда свободен от беспокойств. Сколько примеров я привожу, смотрите. Все эти преданные, они свободны от беспокойств. И сейчас суть в том, что асатсанга, мы не можем избежать асатсанги, так или иначе. И она приходит, и как же избежать асатсанги, Рупа Госвами поддает совет нам. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур дает нам научный совет. Когда мы поймем, что это сатсанга или асатсанга, санга значит, если у вас есть любовь, влечение, привязанность, если такого нет, то... И вот Махарадж пример приводит, что мы можем поместить Госвами Махараджа в Америку или в Индию, то они не чувствуют никаких беспокойств и привязанности. И если у нас нет любви, влечения, привязанности, это не санга. Например, кто-то приходит в Махарадж. И вот Гупад Падма дает нам указание, что на кого-то накормить, кто пришел. Но если вы раздаете просад, с одной стороны, вы смотрите, у вас такое обязанность раздавать просад, вы его раздаете, но ничего другое не касается вас. И вот, а чтобы приготовить просад, нужно пойти на рынок, купить овощей, там еще чего-то. Но смотрите, если у вас нет привязанности, никакой любви, то тогда проблемы нет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, люди, если они уходят в какой-то уединенный баджан, они только двойное количество проблем приносят себе. Поскольку они в обусловленном состоянии находятся, и ум их также может внешне... Они ушли куда-то и уединились, но ум их все равно совершает сатсангу, всегда думает о материи, и бесчисленное количество материи приходит, чтобы обеспокоить нас. Сами попробуйте совершать харибаджан даже. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дал нам прекрасный совет, чтобы мы находились перед Гуру Вайшнавами и совершали харибаджан, как Брахма делает. Брахма говорит, я могу находиться перед саду, Гуру и Вайшнавами, чтобы очистить свое сердце. Такова процедура. Не значит, что мы можем взять и горшок, и веники, что-то там помахать и этим закончить лилу. Нет. Это не так просто. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что санга, она всегда происходит. Обусловленные души не могут избежать санги, общения. То родственники приезжают, то там на улице кого-то встречаете, то еще где-то. Даже если ваши дети материалисты, выгнать их нельзя. Но вы должны помнить, что Шрила Ваман Госвами Махарадж сказал. Я могу находиться в очень уединенном месте среди вас. И что это значит? Это значит, что хотя вы все есть вокруг Махараджа, но Махарадж может поддерживать свое уединение. Это значит, что его ум такого преданного,
он всегда находится у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Вот смотрите, много людей могут приходить и спрашивать вопросы у каких-то великих преданных, но эти преданные, они не получают сатсангу в это время. Но те, кто не утвердились в баджане, их ум очень слаб, сердце очень слабо, они не могут совершать уединенный баджан. И вот Бхактино Таку, он говорит, что санга навсегда случается, и и вот можно вспомнить, вчера я говорил, горы Вимук, Ниджаджани Джанипов. Может, они близкие, родные, но мы должны оставить всякие отношения с ними. Рагунатх Дас Госвами, он подражал этим, ну, указаниям отца, матери, прочих родственников, но он хотел убежать. Но Махапрабху сказал, и вот Махапрабху сказал Рагунатху Дасу Госвами, что Махапрабху сказал ему, внутри твоего сердца, подобно примеру, что я уже... И вот говорится, что материальный мир — это искаженное отражение того духовного мира. Но если наоборот поменять... И вот Махапрабху в Каранамрите был очень доволен этим поэтом. И вот смотрите, всегда везде мы должны быть очень осторожны. И помнить, как избегать асатсанги, дхарма, артха, кама, мокша. И среди них всех стремление к освобождению, оно самое страшное. Махапрабху говорит, и вот если мы стремимся к какой-то дхарме, но эта дхарма не абсолютна, и мы должны быть очень осторожны. Четвертая дхарма – артха, кама, мокша, желание освобождения, оно самое опасное, поскольку мы не можем обрести бхакти в нашей жизни из-за этого. Мы не сможем обрести Кришна Бхакти так просто. И вот о второй шлоке я также говорил, о кама, камаса, вот это шлока. В ней говорится, что кто-то сегодня или завтра, или может через тысячи рождений, по милости Гуру Вайшнав, они могут получить надежду, но те, кто стремятся к освобождению, это опасно, они не могут. И вот как Пракашананда Сарасвати Патон изменился по милости Махапрабху, это очень тяжело, но возможно. И вот смотрите, здесь
как избежать асатсанги, это очень такое сокровенное тема, и если у вас нет привязанности к вашему отцу, материальным детям, но внутри мы должны иметь огромную любовь, огромное влечение к лотосным стопам Шри Кришны. А внешне можем жить, ну, просто как живут люди. И такова процедура для домохозяев, которые не могут следовать, поскольку не каждый может избавиться от привязанности к материальной самсаре и продвигаться дальше, но такие великие саду, как Санатана Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад. Они внешне все совершают уединенный баджан, но в этом уединенном баджане они получают общение с вайшнавами в глубине сердца. В глубине сердца всегда является Гуру Вайшнава и Бхагаван. И вот внешне может видеть, что это как какой-то уединенный баджан, если кто-то что-то похожее делает, но, как правило, это таким не является. Смотрите, Рупа Санатана, они всегда совершали санкиртан, пили какие-то мешки и во время. И вот Мадхавендра Пурипад, он ради пратишти, это осквернение. И как они очищают свое сердце, их сердце очень чисто. Оно всегда чисто, но все же мы хотим следовать этой процедуре, так или иначе. Они не позволяли при тем осквернению. И вот если их рынок буквально осквернен, то что они будут делать? Они даже не спрашивают ничего. Виокта Дас. Без надежды. А, точнее, если вот Мадхавендра Пури кто-то давал молоко, и причем тот еще не должен спрашивать о нем, то он его принимал, а если нет, то и вот что же мы должны делать? Мы должны находиться перед чистыми гуру вайшнавами, а уединенный баджан, он не одобряется. И также мы не должны допускать асатсанги в своей жизни. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что когда мы Бхактивинода Тхакур спрашивает, знаем ли мы значение слова «сабха». «Сабха» значит, Бхактивинода Тхакур объясняет, это то, где чистые вайшнавы, они находятся вместе. Когда чистые гуру вайшнавы могут собраться в одном месте. «Сабха» значит, эти джентльмены и вайшнавы. Бхактивинода Тхакур говорит, «сабха» значит, те, кто самые, у кого лучшее поведение, если они если все
А если приходят даже другие различные люди, то это, понимаете, получается микс сабха, такая смешанная сабха, и в этой смешанной сабхе, и в этой смешанной сабхе мы не можем говорить о расататве, это практически невозможно. И вот можно видеть, как осквернение происходит, и я хочу это все определить и показать вам, почему я сказал, что 500 лет, если дадут мне, то если я все равно не успею сделать то, что хотел сделать, так много мусора возникает в различных местах. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, чистые преданные, чистая преданность, саджана тушини. Бхактивинода Тхакура пишет, чистая преданность, она практически редка. И найти ее очень тяжело. И как мы можем ожидать? И вот что такое Иштагоштхи, как сатсанга возможно, Шриман Махапрабху в своих лилах уже показал нам. Но мы настолько слепы, что не можем видеть этого. Махапрабху попросил Рай Рамананду Сварбдамадара что-то сказать, произнести. И иногда Махапрабху шел к Гададхара Пандиту и просил почитать какие-то шлоки. И после того, как Махапрабху изменил сердце Сарвабхаума Бхаттачарьи, то и потом Махапрабху в Бхаджан-кутире, Бхаджан этого Харидаса Такура, Махапрабху показал нам, как совершать сатсангу, особую сатсангу Иштагоштхи. Бхактивинода Тхакура говорит, что чистая преданность очень и очень редка. И второе, как мы можем ожидать, что чистые саду, так много чистых саду могут прийти в одно место и обсуждать о расататве, хотя чистые преданные очень редки. И чистая преданность очень редка, и как мы можем ожидать, что чистые преданные смогут снизойти, несмотря на то, что они редки. И вот Бхактивинода Тхакура описывает из своей биографии, я в какой-то день могу рассказать более подробно об этом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Иштагоштхи, есть два вида Иштагоштхи. Первое, я хочу сказать, Бхактивинода Тхакура говорит, с обычными людьми, у которых нет представления о расататве и всем остальном, если мы находимся с ними в одной комнате и говорим о Уцалани Ламане, о том или сём. Бхактивинода Тхакура говорит с обычными людьми, у которых нет никаких представлений о бхаджане, мы не можем обсуждать никакой расататвы. И не можем от них ожидать никакой поддержки расататвы, и ничего хорошего не произойдет, а только мы можем потерять расу, если будем обсуждать ее с недостойными людьми. То есть, а если делать это будем, то это оскорбление получится в адрес расы, если обсуждать эту расу с какими-то недостойными людьми. И вот ну, а тем более не позволяется обсуждать такие сокровенные расы на публике. И потом Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что Иштагоштхи значит, что значит Иштагоштхи, как очистить свое сердце. Один за одним я говорю все эти научные вещи, благодаря которым мы можем достичь того уровня, чтобы очистить свое сердце.
Ишта гости, значит, например, мы собрались вот несколько человек, хотим совершить Ишта гости, но смотрите, если мой Иштадев Читания Чандра, а ваш Иштадев Рама Чандра, то тогда какие Ишта гости не получится. То есть если вот Рупа Санатана попросили своего брата Анупама, что они сказали, мы совершаем Кришна Баджан, а ты Рам Баджан совершаешь, это как бы, ну, как бы не очень хорошо, но пойдет. Но если ты хочешь получить максимальное благо от Кришны, то ты должен переключиться на Кришна Баджан. Еще с Мурари Гуптой будет случай, но это отдельный случай. Завтра я буду говорить о нем. И когда мы совершаем Ишта Гошти, наш Иштадев, поклоняемый Господь, он должен быть один. И мы должны быть одной категории, тогда Ишта Гошти получится настоящий. А без этого невозможно. Если слишком много разницы в чувствах и во всем остальном между обсуждающими, то тогда никакие Ишта Гошти не получится. И вот он говорит, саджати, вот если вы общаетесь с каким-то саду, который находится в линии, в наставнической линии Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, а если не находится, то вы должны отказаться от него, хотя он может быть всемирно известный ачарья какой-то, но нужно отказаться от него. И вот Рупа Госвами говорит, саджати раса эснигде, значит, та же самая раса, может, какое-то малейшее отклонение, но практически та же самая раса. Но, ну, и вот Рупа Госвами говорит, саджати раса эснигде, если вы, то есть вы должны общаться с теми саду, у которых цель такая же, как у вас. И вот сатовари, значит, нечто великолепное. Нечто вели такое садусанга, если мы будем совершать сообщение с саду, с нашей же сампрадай и с таким, ну или очень похожим настроением, то это очень благоприятно. Если будем обсуждать с кем-то посторонним, то никакого вкуса расы мы не почувствуем. Если мы будем общаться с Рамананди Сампрадаем, например, саду с Рамананда Сампрадаем, то толку не будет, но опять же, оскорблять их не надо, можно как-то служить им, но относительно Сиданты мы должны быть очень внимательны, чтобы он нас не переубедил. В проповеди мы не можем найти такого преданного, который находился бы на действительно нейтральном уровне, как Шрила Сачитананда Бхактивинода Такура или Шрила Прабхупад. И вот завтра Харикатха будет чистая Радха Ятра, очень сокровенные темы. И вот насчет Ишта Гошти есть те, кто склонны к Ачару, а и те, кто к Прачару. То есть некоторые совершенствуют свой характер, совершают Санхиртан, Харикатху, слушают все время, а другие, они тоже баджан совершают, но проповедуют в то же самое время. Но Шрила Бхактивинода Такур советует, что те, кто собираются проповедовать, они получат больше максимум милости от Шичитани Махапрабху, поскольку Шичитани Махапрабху своей лили показал, как совершать баджан и раздавал крипу милость. Но это не шутки, если у нас нету
милости, нету сил, как мы можем что-то делать, если у нас ничего нету, не утвердились мы в бхакти, то что будем проповедовать? Ничего хорошего не выйдет из этого. Я вот буду обсуждать много вещей, которые сказал Шрила Бхактивинода Тхакура, и вот во время проповеди те, кто проповедует от имени Сарасвати Гауди общества, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит во время проповеди Бхагаваттва Джив-таттва Намамахима время от времени, согласно ситуации и обстоятельствам, они могут обсуждать. Но не так, что сразу Расататву начали изучать. Нет, это строго запрещено. Я могу привести свидетельства с ссылками на все эти документы. И вот во время проповеди нужно обсуждать вот этот Бхагаваттву, Джив-таттву, Нама-таттву, согласно Адхикару. Мы должны говорить все об этих таттвах, но Раса-таттва, нельзя ее в открытую обсуждать. И вот те чистые преданные, они находятся в уединенном месте, но они совершают баджан, санкиртан, как Рупа Санатана, Джива Госвами, они все заняты, они в таком служении, они совершают киртану, делают парикраму, что-то пишут, и что бы они ни делали, каждый их вздох — это хари баджан, и как же мы можем изменить наше настроение баджана, если мы хотим совершать хари баджан по той процедуре, которую показал нам Шрила Прабхупад. Я не заинтересован ни в каких других процедурах, которые показали другие ачарьи. Я говорю, те, кто заинтересован следовать Шриле Прабхупаде, они должны исправить себя с помощью этой процедуры Гундича Марджан Лила. И вот мы должны сначала узнать, как избегать асатсанги в нашей жизни. Мы должны, это очень такая тонкая техника, как избегать асатсанги и как обрести сатсангу. И тогда мы сможем стать успешными, достичь совершенства в нашем баджане. И вот, согласно Шри Чайтанья Чаритамрите, мы находим, что есть Гундича Марджан Лила, и мы должны быть очень осторожны. Эта процедура, показанная Парадпа Ахилешором, Верховным Господом Шри Кришна Чайтанья Махапрабху раньше, перед Радхаятра Джагнатха Дева. И вот когда Джаганнат, до явления Махапрабху, это Лила тоже. Махарадж говорит, что о том, как совершалась эта Гундича Марджан Лила, которая показана именно Махапрабху. Махапрабху явил желание пойти и очистить храм Гундича. Царь Пратапарудра, он узнал об этом, он пытался помочь ему, послал своих посланников, слуг и сказал все, что Махапрабху скажет. Организуйте это. И вот он все организовали, то, что Махапрабху хотел.
И вот и вот организовали тысячи горшков, веников и прочее, прочее. И вот Махапрабху, он пошел с того места, где он жил, в Гамбхири до Гундича, и начал очищать храм Гундича. И я хочу напомнить вам, наша великая Гурварга, такие личности, как Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Шанта Госвами Махарадж, Бондев Госвами Махарадж, или Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они все настолько велики, что даже во сне мы не можем представить их величие. И моя удача не столь велика, я не смог встретиться с ними. И вот Наротам Такуру в своем киртане он плачет. И поскольку Наротам Такур, он ожидает такой санги с такими великими вайшнавами, и любые лекции, любая философия этого недостаточно, чтобы показать, что случалось в то время. Они совершали санкиртан с мридангами. Вот Кришнадас Бабаджи Махарадж, он играл на мриданге всегда. И когда они приходили туда, вот в храм Гундича, они откладывали мриданги. И вот сначала они с вениками очищали без воды, мусор вы метали, а потом Махапрабху вдохновлял всех и сам своим примером показывал и сказал: давайте посмотрим, кто больше мусора насобирает. Если увижу, что ваш сбор мусора меньше, чем у меня, то тогда я накажу вас. И как накажу? Вы должны всех просадом накормить. И вот Махапрабху говорил: те, кто меньше всех соберут, но не должны накормить всех. И, то есть Махапрабху хотел балансировать, что если кто-то не может как следует очищать храм Гундича, по крайней мере, может послужить преданным, организовав просад для них. И вот все начали очищать храм Гундича и воспевали имена Кришны, поскольку без Кришнанама Махапрабху никогда не совершал никакого служения. И вот Махапрабху очень громко, и вот они все громко воспевали Харинам и подметали, убирали, мыли, и потом обнаружили, что все преданные
И потом выяснилось, что Махапрабху собрал мусора больше, чем все остальные, когда они сравнили. И вот... И потом преданные пошли в Индрадюмна Саровар, чтобы набрать воды для очищения храма. И вот они пришли с горшками, отдали воду Махапрабху, и Махапрабху все там мыл. И Махапрабху дал нам такой урок, нам, дживатмам, пытаться понять до тех пор, пока ваше сердце нечисто, мы не можем ожидать, что Кришна воссядет в нашем сердце автоматически, если мы заинтересованы в совершении Гундича Марджан Лилы Кришна Бхакти. Это автоматически мы не сможем избежать Гундича Марджан Лилы. Мы должны совершать ее. Мы также, я также очищаю храм Гундича через Харикатху. Что делать? И вот Господь дал им указание, чтобы преданные принесли воду, и вот они с Санкиртаны пришли и принесли. И тем временем один Гауди, очень просто сердечный браман, он пришел, и внезапно он воду, которую он принес, он полил, омыл этой водой стопы Шримана Махапрабху. Хотя Махапрабху был доволен внутри, но внешне он разгневался, сказал, что ты делаешь. И тот испугался, почему Махапрабху кричит на него. И в этом храме Джаганнатха, где происходит очищение храма, ты поливаешь мои стопы этой водой, что ж со мной будет? Ты совершил оскорбление. О, позовите Сваруп Гасая. О, Сваруп, смотри. Сваруп, смотри, что случилось. Твой Гаудия, он сделал такое действие плохое. Он внутри храма Джаганнатха омыл мои, полил мои стопы водой. Что ж со мной будет? И вот Сваруп Гасаи сказал, он понял настроение Господа, и Сваруп Гасаи, он схватил этого преданного и выгнал с храма. Смотри, ты делаешь такую ерунду, давай уходи отсюда, не мешай. И тот молился ему, просил простить его, что он больше не будет никогда. В итоге его простили, он продолжил очищать храм. И вот таким образом Махапрабху, он дал указание всем нам. Он показал вот этими словами, что смотри, твой Гаудия делает так. Махапрабху, он указал то, что и не только также действием, не просто указанием, а действием Махапрабху, он показал, что Сваруп Гасай, он глава всего Гауди Вайшнавского общества. Рагунатдас Гасай, он спрашивал, я хочу получить указание от Махапрабху. Но Махапрабху сказал, я уже сказал, что твой гуру Сваруп Гасай, вот у него и спрашивай. Если какие-то вопросы, то спрашивай все у него. Я не знаю, а Сваруп очень сведущ. И он произнес такую шлоку, что я не знаю так много Сиддханта, а Сваруп Гасай, он все знает. Я уже сказал тебе, что я передал тебя лотосным стопам Сварупа Гасая, и поэтому почему бы тебе не спросить все у него? Может, я пару слов тебе скажу, но... И вот Махапрабху сказал совсем немного, но... И сказал, что если... Ну вот, в общем, он сказал ему пару слов буквально, вот эти шлоки.
И это секрет Рагануга Бхаджана. И вот сейчас мы, гаудии, мы всегда должны чувствовать, что наставление Махапрабху в том, что Сваруп Госвами — это наш лидер, наивысший авторитет. Если кто-то хочет что-то получить, то это через, или что-то узнать через Сваруп Госвами, а не прямо, поскольку Сварупа, Шрила Прабхупада повторял такие слова Сварупа Рагунатх, то есть Сваруп Госвами, он наивысший авторитет, и через мы можем пытаться совершать бхакти, но это должно быть одобрено Сваруп Госвами, поскольку из шастры мы знаем, что никакие неавторитетные действия не одобряются. Шрути Смрити. Вот это шлока. То, что не одобряется Шрути и Смрити в Пуранах. Шрила Бхактивинода Тхакур, он представляет Сиддханту Шастры в таком прекрасном виде, что мы не можем ожидать больше ни от кого такого. Шрила Бхактивинода Тхакур Сиддханту весь вечер так просто и понятно и кратко представляет. Это очень великолепно, что никто, кроме него, не может так прекрасно представить учение Шастры. Все время Бхактивинода Тхакур, он хочет защитить нас от опасности, и такой аккуратности нет ни у кого. Мы всю жизнь мы должны следовать учению Шрилы Бхактивинода Тхакура, мы должны слушать и изучать его учение. Даже в тысячи следующих лет мы не можем представить такую великолепную аккуратность, которая показана Шрилой Бхактивинода Тхакуром. А мы неудачливые, что не можем следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру должным образом. Это наша великая неудача, и поэтому я сказал вам, что однажды Шрила Прабхупад, вот он произнес: «О Господь, о Бхагаван, я хотел дать нечто сокровенное им, но они в противоположном направлении двигаются. Мы не сможем отплатить Шриле Прабхупаде за бесчисленное число времени. Это невозможно. Мы бессердечные, жестокие, что мы выступаем против Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Мы очень бессердечны буквально, и мы всегда должны следовать Шриле Бхактивинода Тхакуру и Шриле Прабхупаде. Даже в автобиографии Шрилы Бхактивинода Тхакура Бхактивинода Тхакур написал, что «Я хочу начать уединенный баджан». И вот Бхактивинода Тхакура, когда вышел на пенсию, то хотел отправиться во Вриндаван, но ему и до этого хотел заехать к Таракешвару, но Таракешвар явился к нему во сне и сказал, что
Ты хочешь уехать во Вриндаван, чтобы совершать уединенный баджан, а кто будет служить здесь, это тоже скрытый Вриндаван, это твоя обязанность. И вот после того, как служение Бхактивинода Тхакур, он передумал ехать во Вриндаван и решил остаться в там. И по желанию Джаганнадас Бабаджи Махараджа, Шрила Гауди Шодас Бабаджи Махарадж, и вот и Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он тоже пришел в Кулию, из Вриндавана. Почему Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он пришел сюда для того, чтобы проявить уникальную славу этого места? Он пришел с Сурья Кунды Бабаджи Махарадж, вот Махарадж тоже там жил недалеко. И вот Джага, по милости Гуранги Махапрабху, он пришел сюда в город Даму и принял прибежище в Кулии на берегу Ганги и начал совершать свой баджан. И вот таким образом мы находим все махаджаны, они проявили великолепную славу города Дамы, и также это имеет связь с Гуничем Марджан Лилой, поскольку если вы хотите очистить свое сердце, самый простой способ – это служить городу Даме, это имеет связь с Гуничем Марджан Лилой. Если вы хотите очистить свое сердце, это самый простой способ принять прибежище в городе Даме и служить преданным Гауранге. Это они очень и очень милостивы. Они могут пролить свою милость на нас. И даже Джагай Мадхай, я не должен говорить так, поскольку я хуже, чем Джагай Мадхай. Но Джагай Мадхай более удачливы, чем мы. Они смогли обрести даршан лотосных стоп Нитянанды и Гуранги, в этом их удача. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, насколько чем чище ваше сердце, тем больше смирения проявляется в нем. Если ваше сердце не очищено, то своими собственными персональными попытками вы не можете стать смиренными, но если попытаетесь, то это лицемерие какое-то будет, двуличность. Но если вот какие-то гуру вайшнавы, они говорят какую-то строгую харикатху, это не значит, что они лишены милости. Они гораздо более милостивы, чем люди, которые не говорят ничего серьезного, поскольку вот Крими Кантха, например, он хотел убить Рамануджачарью просто за то, что тот говорил об абсолютной истине. Это такое, к сожалению, в истории человечества, если проверить, то можно видеть в каждое время, если кто-то говорит об абсолютной истине без какого-либо корыстного желания, то весь мир, они ополчаются против него. И поскольку такие люди, они не идут ни на какие компромиссы, чистые преданные, они могут простить нас, но компромисс, они никогда идут, не идут на компромиссы. Компромисс значит, что мы должны опуститься на более низкий стандарт, пожертвовав более высоким.
Если какой-то человек хочет изменить философию Шрилы Прабхупады, то это очень глупо. Я слышал от Гурваги, как они не представляли, как можно изменять слова Шрилы Прабхупады. Каждое слово Шрилы Прабхупады, оно очень тяжело, оно гуру. Каждое слово, произнесенное Шрилой Прабхупады, оно очень тяжело, очень значимо. Это гуру васту. И если мы попытаемся разрушить эту гуру васту, то мы майваде, имперсоналисты, как Джарасанга и Камса. И такие люди, которые это делают, они не преданные, неважно из какого они общества. И кто смеет менять вот слова Шрилы Прабхупады, такие люди не знают гуру-татву, не совершали подлинное служение. И можно ли без милости чистых гуру-вайшнавов победить майю? Есть одно единое общество, Сарасват Гаудия общество, и нет смысла разделять на какие-то разные организации. Шрила Прабхупада, он основал одно вселенское общество, сейчас, к сожалению, так все разделяются на разные отделения, и вот мы должны понять глубинное значение этой Гундича Марджан Лилы, и мы не должны забывать те сокровенные вещи, которые я рассказал вам, вы должны помнить и осознать и переварить их. Если вы не усвоите, то как я могу говорить дальше, чтобы спасти вас? Это настоящее лекарство. Это настоящее лекарство, с помощью которого вы можете исцелиться от материальной болезни и начать настоящий Кришна-бхаджан. Вы должны принимать подлинное лекарство, а не слушать какую-то философию, которую запомнил откуда-то, это нехорошо. Вначале всего вы должны принять и осознать и применить всю сиддханту в своей жизни. И тогда вот вы многие обречены на все обречены на смерть, а кто спасет вас? И сначала нужно попытаться спасти себя, а потом уже думать, как других спасти. То есть сначала нужно себя спасти, как кто-то, например, проповедует, сам ничего не достигнув. В итоге одни проблемы возникают. Вот в этой шлоке сказано, что без Кришна Бхакти у нас нет права отправляться на проповедь. Если у вас нет Кришна Бхакти, то что вы можете проповедовать? Проповедь значит изменить сердца других людей. А как? Через сиддханту. Шрила Бхакти, он такого говорит, если они не утвердились полностью в сиддханта-вичаре и не следуют сами тому, о чем говорят, то у них нет права проповедовать. Иначе одни проблемы возникнут, каких-то учеников будут принимать, но эти ученики как незаконно рожденные дети. Такие, как сказать, ну, в общем, ничего хорошего не будет. И вот мы должны понять эту тему Гундича Марджан Лилы под руководством Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Пури Госвами Махараджа. Основа бхаджана. Если мы не понимаем основы бхаджана, если я спрошу вас, что такое бхаджан в одном слове, я хочу получить ответ. Сделать все, что...
делать все для того, чтобы Верховный Господь был доволен. Это есть баджан. Думать, делать все для полного удовлетворения Верховного Господа, это зовется баджан. И вот мы, к сожалению, забываем об этом. Обусловленные души на каждую секунду они думают о своих интересах. Так или иначе, обусловленные души, они думают только о своих интересах. И как они могут начать харибаджан? И та шлока, с которой я начал, я хочу объяснить ее немного. Эта шлока очень важна. И вот в этой шлоке говорится, что те, кто заняты кармакандой, и те, кто очень привязаны к материальным действиям, мы и вот такие люди, которые привязаны к материальным, но показывают себя как отреченные, это очень позорно. Я говорил о юкта-вайраге, о гармоничном отречении. Вы должны помнить, Шрила Прабхупад говорит, кто может достичь успеха в чистой преданности? Тот, кто не... И вот под именем юкта-вайраги мы иногда попадаем в ад. Почти каждый так получается, что под именем юкта-вайраги они наслаждаются, злоупотребляют юкта-вайраги. Это очень плохо. Понимают ли они юкта-вайраги, если они занимаются всякой ерундой под именем этой юкта-вайраги? И вот в начале всего, если мы очень привязаны к материальным вещам, и нам стыдно за вас, и те, кто слишком привязаны к отречениям, к отречению, для них это тоже ничего хорошего нету. Мы тоже опечалены, видя их положение, и и те, кто и те, кто говорят, что они браман, и такие люди, они подобны животным, поскольку они до сих пор, я думаю, они никогда не встретились с славой Шри Чайтаньи Махапрабху.
Увидеть лотосные стопы Шримана Махапрабху можно через Харикатху, через киртан. Если внутри вашего сердца вы увидите лотосные стопы Нитянанды и Гуранги. So, kriya saktyan adhik, bikata tapas adhik cha jamin. So, kriya saktyan adhik, bikata tapas adhik cha jamin. Dhigastu brahma ham, badana parifullana jado matino. Kim etano sachama visayara samatyana naro pasuna. Na kesanchit lesopi ahaha milita gauru madhyuna. Ванчакалпатурвасы кипасиндабхавача пачитананг пабанабхо вишнабхьо намо.